Сегодня будем готовить стейк с обезьяна, слона, носорога. Нет, со свинины. Для этого нам понадобится сковородка, растительное масло, коньяк, перчик разный, стейк и соль. Приступаем к готовке. Берем стейк, солим. Солим хорошо. Берем перец. Проперчиваем. Переворачиваем. Солим. Опять проперчиваем. Боками обволакиваем соль, которую собираем соль. А теперь нужно помыть, сполоснуть руки. Нагреваем сковородку. Берем растительное масло. Немножко. Добавляем в сковородку. Приготавливаем таймер. Нам стейк нужно обжарить по 3 минуты с каждой стороны. Берем стейк и начинаем обжаривать. Включаем таймер. Ждем. Так, подходит наша сторона одна. И время подходит. Сейчас работает таймер, и мы перевернем. Для этого понадобится 2 вилы. Вот сработал наш таймер. Установим время. 3 минуты. Переворачиваем. Запускаем таймер. Жарим еще 3 минуты. Так, стейк у нас почти готов. Несколько секунд осталось. Потом нужно его нарезать и забланшировать коньячком для более утонченного вкуса. Готово. Возьмем стейк, возьмем большой нож и аккуратненько нарежем его. Степень прожарки medium rare. Теперь аккуратненько возьмем. Положим все. И зальем коньячком. Так. Прогорает алкоголь. Накрываем крышечкой и убираем стороночку. Пусть отдыхает. Отдохнуть он должен 5-7 минут.
Получилось у нас вот такое вот блюдо неплохое. Картошечка, огурчики, патиссончики, помидорчик и наш свиной стейк. Ну что ж, давайте попробуем, жесткий ли у нас получился и какая степень прожарки. Степень прожарки у нас получилась медиум. Пробуем. Мягкий, с легким коньячным вкусом стейк. С вами был Сергей. Пока-пока.